Всем привет! Вот у нас посылочка с AliExpress, с торговой площадочки. Заказывал чехол для своего телефона. Кто не видел распаковочку и вообще обзор, посмотрите обязательно. Надеюсь, будет интересно. Данная модель Alcatel OneTouch Idol 2. 5 дюймов экран. Ну, сейчас не о телефоне, а о посылочке. Чехол. Блин, ножницы забыл. Придется некрасиво это все делать. Рвать придется. Чехол очень быстро пришел, где-то дней за 25, наверное, 25, не больше. Чехольчик заказывал с логотипом нашей Российской Федерации. Вот такой вот чехольчик, вау. Он действительно клевый, описание все соответствует, в принципе, да, мне уже он нравится. Сейчас давайте примерим к телефончику. Вот телефончик, вот чехол, идеально все подошел. Заказывайте, ссылочку, как всегда, дам, все. Кнопочки здесь все удобненько у нас расположено. Камера. Все отлично. Как влитой прямо стоит, знаете. Вообще нравится. Там очень большой выбор. Там разные всякие рожицы. Вот такие вот. Ну, прикольненько. Я заказал с гербом. По-моему, очень даже ничего. Очень даже красиво. Я рад. Всем спасибо, кто посмотрел обзор. Любви, счастья, много денег, красивых девушек. Любите своих вторых половинок и будьте счастливы. Подписываемся на канал, ставим лайки.